Добрый день, сейчас я вам продемонстрирую спортивный микс хлопок Германия, качество экстра. Цена за килограмм 160 рублей, в упаковке 15 килограмм 56 грамм. Стоимость всей упаковки 2490 рублей, количество единиц 39 штук, стоимость за 0 единиц 64 рубля. А, первая, это вот такая вот толстовочка, мне кажется, что она все-таки женская. А, размер у нее M, и у нее двойной капюшон, то есть капюшон 1 и капюшон 2. По желанию можно одеть оба. Дальше вот такая вот олимпиечка красная спортивная, похоже, что мужская, размер M. А флисовая спортивная кофточка детская с капюшончиком. Размер не указан, но вот так вот с виду 74-80 размер. А дальше тоже детская кофточка, размер, тоже идет флисовая, размер, так и так, 2А. Вот здесь вот я вижу циферку, других цифр, к сожалению, я не увидела. А толстовка вот с таким вот высоким воротом. Ворот на липучечке, на молнии. А размер у кофточки 2XL. Так, в миксе будут и штанишки, и толстовки. До толстовочек, до штанишек мы дойдем чуть позже. Здесь вот толстовка большая с капюшоном. А размер S. Вот такая вот цветочная, зеленая, оттенком хаки. Внутри она идет немножко ворсистая, то есть теплая. Двойной капюшон, размер указан L. Синяя олимпиечка. Очень модно сейчас она, знаете, такого краса, как из советского кино. Размер у нее не указан, ну, скорее всего, L. Так, дальше. Тоже, ну, похоже на флис, только такая более бархатистая. Утягивается по талии толстовочка, размер M. А детские спортивные штанишки, толстовочка. Посмотрим. 104. Еще одна олимпиечка синенькая. А внутри идет ворсистая, похоже на ощупь, на тонкий-тонкий флис. Размер M. Вот серые спортивные штанишки, женские, шнурок отсутствует, размер 19. Спортивные фиолетовые штанишки, прямые, размер 21. Тоже спортивные, но вот эти вот похожи больше на мужские штанишки, они немножко как выгоревшие. А тоже отсутствует шнурочек, размер M. Так, черные. Тоже похожи на эти мужские, но не такие универсальные вообще штаны. А, размер 2XL. Ну, вот это вот чисто женские, они такие немножко бархатные. А, со вставочками розовыми по краям, со шнурком. Размер, ну, скорее всего, до 44-го. Так, ну, такие вот полутрико. А, размер отсутствует, может быть, 42-44. Фиолетовые штанишки утягиваются снизу по штанишке. По штанине размер указан и вытягивается вот здесь, вот такой шнурок есть, чтобы они не задирались, можно их сделать поуже. А зеленые спортивные укороченные немножко штанишки, размер M. Так, дальше у нас вот сейчас пошла серия штанишек. А синие спортивные штанишки, мне кажется, что они больше мужские. Нет, они женские идут. Размер 44-48. Так, вот такие штанишки, скорее всего, 42-44 размера. Красные штанишки на резинке со шнурочком, размер L. Спортивные бриджи. Размер 44-46. Вообще сейчас, да, как раз начала пора снова готовиться к лету. Спортивные штаны очень актуальны. Здесь размер L для занятий. Пока можно заниматься на улице, дальше можно будет заниматься в зале. Кто-то, может, каким-то видом спорта занимается определенным. То есть у нас спортивная одежда, здесь, скорее всего, размер 46-48. А спортивная одежда актуальна круглый год. Вот такая вот олимпиечка с молнией на груди, размер L. Белая, похожа на бархатную, толстовочка, размер, так не вижу, не видно, размер, скорее всего, 46-й. Так, вот этот вообще пик мод, это у нас комбинезон,
утягивается по чуть ниже, ну, на уровне бедер где-то, размер L с капюшоном и с длинным рукавом. То есть у тебя два в одном, и штаны, и толстовка. А спортивные бриджики размер M. Сейчас берем в сторонку. Дальше вот такие болотные штаны. У меня легкий клеш к низу, на попе есть вышивка. А размер у них указан 12А. Голубые штанишки, но здесь размер побольше, 2XL указан. Серые спортивные штанишки, прямые женские, размер M. Кстати, немножко тоже похоже чем-то на бархат. На попе есть два нашивных кармана на липучках. А размер? Размер не указан, ну, может быть 42-44. Красные спортивные штанишки размером L. Вот такие сейчас тоже очень модны. Толстовочка на спине, цифра 10. Большая, утепленный капюшон размер XL. Оранжевая толстовочка женская на молнии, размер 42. Синяя толстовочка с капюшоном на молнии, размер L. Серо-черная мужская олимпийка. Размер не вижу, но она большая, может быть 52-54. Тоже такая модная ретро олимпийка, размер L. И последняя, это такие нежно-голубенькие спортивные штанишки с надписью женский размер. Вот здесь отсутствует, но они совсем маленькие, может быть 38-40, максимум 42. Сейчас вам будет продемонстрирован спортивный микс. Хлопок Германия, качество экстра, цена за килограмм 160 рублей, в упаковке 15 килограмм 56 грамм, стоимость всего микса 2490 рублей, количество единиц 39 штук, стоимость 1 единицу 64 рубля. Спасибо за внимание, до свидания.